Здравствуйте, ребята! Хочу поделиться отзывом на громидин препарат от горла. Хочу сказать, положительный о нем эффект дает вот именно такой нео там или красный, который он посильнее. Ну, по-моему, раньше сейчас уже нету такого без анестетика. Красный, по-моему. А, громидин С есть, да, он зеленый, там шарфик этот зеленый. Хороший препарат, реально убирает. Вот, типа таблеточку съел, в горле воспаленное, красное, да, и сам чувствуешь, и прям вот так делаешь, оно. Как там температура, походу, локально есть. И вот съедаешь эту таблетку, он убирает. И некоторое время после него, там, ну, пару часов точно не будет. Потом оно опять, потому что ну, сразу инфекция не убьется, она его постепенно, там, поэтапно. Но еще хочу сказать, все равно, один он не как бы, может он и вытянет. Но мне даже вот когда тоже прописывали, там еще мне Тантум Верде и Стопангин, и что-то там еще прописывали, типа два разных, и типа вот для рассасывания один спрей, один полоскатель. То есть что-то вбрызгивать, что-то полоскать, там вот этот гексорал, типа стопангин, там, да, его сейчас нету, по-моему, уже не делают стопангин. А, ну делают только спрей, а раствор для полоскания. И надо именно разными горло лечить препаратами. То есть громидин, к нему еще там другие какие-то дела, короче, от горла разные там, кучу всего разного там. Полоскать йод, соль, ну йод даже можно не надо, соль, соду, фурацилин разводить, полоскать, взять эвкалипта заварить, полоскать, и таблетки разные там, громидин, потом еще какой-нибудь там, взять стрепсил, взять еще какие-то разные, потом там какие-нибудь можно травяные, там вот такой от горла, он горло смягчает, допустим, линкослор. Что угодно делайте, просто чтобы разные были, тогда быстрее выздороветь. И добавляйте обязательно витамины А и С. А по инструкции, а С можно завышать, можете до грамма там принимать при горле. Если как бы с температурой, то тогда побольше С и ешьте. И у кого ангина там с температурой прям с высокой, то тогда тому, как говорится, само положение велело 2-3 грамма только так принять, чтобы иммунитет все это дело поборол. Там, конечно же, антибиотики нужно применять. При ангине еще обязательно тогда, если температура держится, горло. Я тогда принимал, у меня было что-то с горлом или с узлами, не знаю. Но мне прописывали, мне помог, я тогда что-то намучился, а потом мне этот, и мне макропеном антибиотик помог. Я буквально тогда пришел домой, принял, у меня еще лет 16 тогда было. И мне сразу же с первой таблетки он убрал температуру, она до этого несколько дней не падала. Я сразу как бы себя ожил как-то после этого. И потом долечил, то есть пропил эти дни, там, потому что там через 6 часов прием был. Мне опять, я его выпил, у меня нет, потом проходит время, опять поднимается эта температура, я опять пью антибиотик, она опять падает, вот так вот. Ну, я 4 дня, 5 дней пропил, она эту инфекцию переборола. Но обязательно поддерживайте организм витаминами, делайте отвары, кушайте мед, пейте, заваривайте шиповник с медом, лучок, чесночок чуть-чуть, что кому позволяет, там, желудок есть, всякие народные средства, фрукты там, и витамины там, комплексы, не комплексы, не знаю, но вот витамин С отдельно обязательно принимайте, вот там какую-нибудь аскорбинку, побольше, дозы аскорбинки надо побольше, когда болеете. Так что не болейте, всего хорошего, до новых встреч.